Ой, говори, документы покажут потом. Сейчас. Хорошо. Ну, у меня дома. Там вон крест висит на этом, на холодильнике, почитаешь. Это запрещено законом, согласен? Нет. Почему? Как нет, употребление наркотика запрещено законом. Да, до 15 суток. У нас два бумажных сорта, да? Ну, два бумажных, да. Тут красная, красный, белый. А тут белый. Красный эффект будет. Сюда же капельницу. Так, давай, нет, говори, куда все это ложится. В один бумажный конверт, да? Так. Три одноразовых шприца. Капельница. Бумажный конверт. Да, да. Ну, в том-то и дело. Что ты пришел в свою квартиру с ним? Да, пришел. А вы как на такую дешевую прыгаете, блин? Я вот этого не понимаю. Ну а что там на 400-300 тысяч вам вот все? Полгода работы. Молодой муж. А? Молодой муж. Ну все достаточно. Так я ничего не думаю. Думаешь, дешевле? Вот эти, то, что мы говорили, да? Да. Вот эти вот два втора. Что-то в чудом такое. Газетки было. Газетка была, вот, она хорошо, она красная. Ну, сейчас я покажу. Давай, чтобы я ничего. Да-да-да. Вот это вообще какой-то. Полностью ее? Да, это тарелку. Соль, наверное. Тарелку. Сода. Содой, да? Нет, это соль. Нет, это от спичек, это от спичек красный фосфор. Красный фосфор у нас приготавливается для чего, Алексей? Ну, это спички. Ну, это спички. Это у нас идет как ингредиент. Конвертик надо или пакетик уже? Да, это сейчас. Нет. Вот этот сверток, который находился. Мы пока все сюда будем складывать, чтобы... Я не вижу. Там ватки. Бурого цвета. Кто-то зашел в квартиру. Сейчас смотрю.